Южный, я Альбатрос, разрешите выход. Да, Южный! Чё ты орёшь-то? Потому что не слышь ни хрена! Потому что ты мне орёшь 20 лет в ухо, вот я и не слышу. Чё ты хочешь? Выход мне разреши. Ча! Хорошо. Ген, что ж так плохо-то? Все, дуй, счастливый пути. Спасибо. Чего? Спасибо, говорю! Ну что ж так орать-то в ухо? Не, ну ты чего? Мы же еще даже не отплыли. Что ж будет, когда отплывем-то? Заводи, Петрович! Уже качает. Чего там как? Опаньки. Аптека на Поварской предлагает новейшие средства от различных заболеваний. Фергалостромин, табуленидол, тебенимонизол, серию лекарств от запоров, циклофенал, турдопринимал и пергонострадал и последнюю разработку корпорации Аспирокс, Бузахринак, вам. Платок, наш давай. Телефон 232-32-2232. У мамочки. Все начинало, все было впервые вновь. Строились лодки и лодки в мороз. Вера, надежда, любовь. Как дружно любили канаты, и вдаль уплывала земля. Весла нам пели, и каждый пятый в принципе был у руля. Я пью до дна за тех, кто в море, за тех, кого любит вода, за тех, кому повезет. И есть цель одна, и в радости вновь. Это «Как бы радио». Да. 199. Мы лучше. Как бы. Здорово. Привет, Дима. Постригся наголо. Стой. Я буду прощаться с вами до понедельника. У меня выходные. Так что всего доброго, берегите себя. Обнимаю вас, скучайте по мне. Я ушел. Как бы радио. Как бы модно. Как бы стильно. Как бы прикольно. Все, я не могу уже, я в лифт зашел. Привет. Здорово. Руки. Убрал свои гигантские руки. Как? Тебе перестали нравиться мои грубые мужские ласки? Господи, не дал человеку мозгов. Все ушло в рост, в объем бицепсов и в размер. Вот. Ноги. Скажи, а ты так и продолжаешь рекламировать детскую одежду? Ой. Хорошую. Не знаю. Не, ну что происходит? Привет. 3 минуты до эфира. Слав, он выдохся, он повторяет. Господи, да? Дикий, источающий агрессию диджей-убийца. Дима, он в форме. Неопознанный летающий объект. Чего? Потому что в форточку вылетишь с 5-го этажа об асфальт, тебя никто не опознает. Это смешно. Он считает, это смешно. Так, ладно, давай. Слав, давай. Руки убери. У-037Е? Правильно? Все, пропуск будет. Так, что я хотела... Аня! Да, Михаил Натанович. Где кофе? Какой кофе? Мой кофе! Ой, кофе.
Быстрее, быстрее. Кофе, кофе, кофе. Кофе, кофе, кофе. Кофе. Вот что за человек? Коллеги, привет. Здорово. Привет. Ну что ты, господи? Привет. Макс, привет. Я блистательно отвел эфир, чего и вам желаю. Малыш, малыш, подсади тебя на стульчик. Вы уже все здесь сговорились? Перестань, ты ему просто нравишься. Дим, ну я просил тебя никому. Ну какой так, ты друг после этого? Это уже глупо. 5 секунд до эфира. Да. А ты вообще лысый чибис. Ага. Не понял. Лысый бубен. А вы знаете, кто вдвоем? Эфир. Эфир. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире «Как бы радио» и я, диджей Дим. Буквально через 15 минут у нас начнется ежевечернее «Как бы шоу Чума», в рамках которого состоится супермарафон, посвященный нашим туристам. Напоминаю вкратце. Наши туристы в Конго приехали в Конго. Их там никто не встретил, не разместил в гостиницу, а турфирма бесследно исчезла. И живут они прямо на взлетно-посадочной полосе, уворачиваясь... Ай! Лёш, ну ты совсем, что ли? Ну? А что такое? От самолетов. Ну, Лёш, ну... В нашем марафоне примут участие видные специалисты туристического бизнеса, дипломаты, отечественные рок-группы и исполнители. А сейчас Алексей расскажет последнюю сводку новостей. Раз, 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 раз. Сосисочная. Раз, раз. Старик, я давно хотел с тобой поговорить. Раз, раз. Я тебя слушаю. Старик, ты стал много выпивать. Ну так ведь на мне же огромная ответственность. Вот эта вся техника, думаешь, на ком? На мне. Приходится как-то раз, 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 раз расслабляться. И, по-моему, сейчас... Самое подходящее время. Подожди, старик, подожди. Держи себя в руках, ты же ведь на работе. Да, я на работе. Держи себя в руках. Вот, пожалуйста, держу в руках. Ты же ведь профессионал? Я да. Ты можешь работать в любом состоянии. Могу. Тогда зачем себя искусственно ограничивать? Незачем. За тебя, старик. Или давай так, за нас обоих. Поехали. Послушай, Эрик, мы с тобой договаривались. Ты вспоминай, я тебе сказал 300 раз, что у нас сегодня супермарафон, и твои должны играть в прямом эфире. Что это значит, ты сегодня не можешь? Где у тебя концерт? В Норильске. И сколько тебе платят за твой концерт в Норильске? Ну, поезжай в Норильск. Спасибо, выручил. Замечательно. Это что такое? Сань, это водка. Фу, ты пьешь на рабочем месте? Да. А если тебя кто-нибудь заметит? Ну вот ты заметил? Да. И что? Вот. Итак, сейчас, как обычно, новости с Алексеем. Удивительное сообщение. Простите, удивительное сообщение из-за рубежа. Сегодня в Лос-Анджелесе. Впервые в истории разорился банк спермы. В головной офис банка уже выстроилась огромная очередь обманутых вкладчиков, которые требуют вернуть им назад их вклады. Мы продолжаем наши новости. Так, ладно, у тебя все готово? Нет, ты что, я микрофоны паял. Как? А сколько нужно времени, чтобы все настроить? Сань, ну смотри сам. Микрофоны местами поменять, да? Ага. Мониторы развернуть. Так. Часа два. Сколько? Минимум. Ты с ума сошел? У нас до марафона 15 минут. Музыканты уже подъезжают. 15 минут. 15. Попробуем уложиться. Вот и укладывайся. Не в смысле, а чтобы все и доработало. А сейчас настала очередь Ростислава. Да-да. Дорогие радиослушатели, сейчас Ростислав познакомит вас с обзором завтрашней прессы. Как бы радио. 109,9 FM. Итак, дамы и господа,
Сейчас я познакомлю вас с обзором статей, которые вы сможете прочесть в завтрашнем номере газеты «Культура». Мартин Скорсезе привлек к фильму о Джордже Харрисоне его вдову. Найден череп натурщика, позировавшего Казимиру Малевичу для его знаменитой картины «Черный квадрат». Дальше еще одна заметка. Пушкинскому музею вернут пропавшую картину. Москва получила новый международный кинофестиваль. На аукционе «Сотбис» продадут экземпляр «Великой хартии вольностей». Все это вы увидите в газете «Культура» завтра. Большое спасибо. Два идиота. Кто это? Привет, Макс. О, Максим, ну чё, смену сдал, смену принял? По 50 грамм на дорожку. Не-не, водки ни за что, не-не. Чё, снова трепер? Типун тебе на язык. У меня сегодня встреча выпускников, чешский ресторан, пиво, шпикачки, крендельки, танцы. А вот потом уже, если повезет, трипер. Будешь? Не-а. Всё. Миш, ну как? Что как? Шуба. Это шуба? Шуба. Шуба-дуба. И что? Миш, ну тебе нравится? Аня, ну сейчас прям очень вовремя. Да, нравится. Ой, Миш, может, ты мне ее купишь, а? Аня, а можно как не сейчас, а? Ой, Саша. Тут есть Миша. Простите, Михаил Натанович, я пошутила насчет шубы. Ань, зачем пошутила? Может, все-таки кофе, а? Как-то неловко получилось. Вот кофе. Как ты все помнишь? Я не это самое хотела сказать, что-то другое забыла. Тут такое дело, у меня к тебе разговор. Саш, если ты насчет отсрочки отдашь через месяц, это не проблема. Спасибо, это очень кстати. Но я не за этим. Я слушал радио, ну, авторадио. Саша, ты слушаешь наших прямых конкурентов? Отлично, вообще. Нет, я не слушаю. Ну, в смысле, ты включи сам. Знаешь, я как-то без этого обхожусь и нормально. Нет, просто это очень важно. Да сколько у них уже идет? Часа. Да значит, у них полчаса идет марафон про туристов. Ага. А у нас он должен стартовать через 10 минут. Да. Точно такой же марафон, и это наши прямые конкуренты. Да. Ну-ну. Ну чего, принцесса цирка, это дрессировщица, вроде ничего, а? Ну так. Ну и ты чего, к ней? Ну, вроде да. Ну она чего? Да ну чего она, как это, туды-сюды, как понять-то? Ее ж укачивает, блюет всю дорогу. С бабами оно завсегда непонятно. А чё это она? Вот зараза, а! Значит, срочно ко мне креативную группу. Какую группу? Креативную. Ань. Креативщиков. Лёшу, Славу, Сашу. Я здесь. Саша, отдашь потом. Лёшу и Славу. Саша уже здесь. А что, Слава тоже креативщик? Я думала, он нормальный мужик. Аня, пожалуйста, запомни, что слова креативщик, саунд-продюсер, точно так же, как гомеопат или педиатр, никакого отношения к человеческой ориентации не имеют. Всех сюда позови немедленно. Бак пустой. Ясно. Опять соляру налево сливал. Чё сразу сливал-то? Но слил. Полбака. Но полбака нам до Японии хватит. А чего он тогда пустой? А я откуда знаю? Вот. Потому что предупреждать надо. Я тоже полбака слил. Иди ты. Что иди ты? А полбака и полбака это по-любому бак же получается? Да? Да. Иди. Телефонируй. Ты радиостанцию-то хоть не продал? Так как? Она ж приваренная. Ну, да, вот так вот сейчас. Так, марафон мы не отменяем ни при каких обстоятельствах. Между прочим, идея не моя, а самого. Да.
разговаривал со мной в жестких тонах, поэтому я хочу всех предупредить, что если мы сейчас умудримся облажаться и с этим марафоном, то уволят не меня одного, как некоторым бы здесь хотелось, а всю команду разом. Эпч! Вот так вот. Извините. Задача простая. Ага. Быстро придумать свежую тему для марафона. Давайте, поехали. Миш, мы знаешь, мы тут все за тебя, мы... Ты даже не знаешь, как мы за тебя. Мы тут... Саша, вот и... молодец, сейчас очень вовремя. Прогиб засчитан, присядь. Ага. Миша, Миш, ты зря Сашу остановил, он прав. Мы все за тебя. Но Саша, он прям за тебя, за тебя. Мне кажется, он за тебя, чем мы все этот Саша. Хорошо, что вот именно ты сейчас подал голос, Лёша. Скажи, а можно я у тебя в программе больше не буду слышать двух слов? Мудак и херня. Нельзя. Слушай, если в эфир звонит полный мудак и несет такую херню, ты придираешься ко мне. Не придирается, ты ему просто нравишься. Дим, ну... Дим, ты опять, да? Всё. Ты всем нравишься. Дима, поехали, поехали. Там Нонна в эфире? Чертик, поиграй, отдай, а. Тете очень надо, тетя на работу опаздывает. Скотина такая. Тема, быстро, тема, тема, идеи. Тема, марафон. В поддержку людей, вот страдающих от излишнего веса и роста. Правильно, чтобы не перестали страдать и начали получать от этого хоть какое-то удовольствие. Марафон в поддержку неизлечимо больных. Только чем? Чем? Перхотью. Какой перхотью? Стоп, марафон в защиту детей. Там, знаешь, младше 4 лет. От кого? От детей старше 4 лет. Ой, смотрите, по астрологическому календарю сегодня Уран находится в 5-м доме. Ани, почему это должно быть интересно жильцам других домов? А вот 6-го или 9-го? Да это же астрологический термин. Я, по-моему, просил одну чашку кофе, Миш, уже, ну, а? Что ты мне все время напоминаешь? Я помню. Чай, Миш, я придумал. Значит, день открытых дверей в Бутырском изоляторе. Кама. Ну, интервью какого-нибудь Узика, какой-нибудь совести. У меня просто дядя там, давно не виделись. Камиль. Ребят, сегодня 150 лет со дня открытия Суэцкого канала. Вот, кто его открыл? Вероятно, Суэц. Значит так, интервью с Суэцем впечатлили людей, которые первые проплыли это по этому каналу. 150 лет назад. Все Миш, умерли. Вот кофе. У меня идея, всемирный день воздержания. Чего? Ну, там у вас всяких излишеств. Хорошо. А? Ой, или плохо. Плохо, плохо, Дима, надо думать. А можно сделать так, чтобы я у тебя в эфире больше не буду слышать шелест шоколадных оберток, а? Ты достал уже здесь всех со своим шоколадом. Я беру спонсорский контракт на 50 тысяч долларов. Что я на нем вижу? Что? Жирные отпечатки твоих выпачканных в шоколаде пальцев. Вот что. А после Лешиного эфира вообще весь микрофон в помаде. Дим, ты совсем уже дурак? Миша, скажи ему, что это неправда. Значит, это неправда. Миша, ну это правда. Это правда. Чего правда? Ты очень неумный. Тихо, я сказал. Дима, сейчас встаешь, бодрым шагом идешь в студию, нажимаешь на кнопочку и начинаешь марафон. Все. Не вопрос, дайте тему, я начну. Сейчас вот гиганты мысли, здесь оставшиеся, быстро придумают тему, распишут по пунктам и тебе принесут в эфир. Все, встал и исчез. Как? В прямой эфир без темы? Это же стресс. О, у меня сердечко закололо на что-нибудь успокоительного. Чуть-чуть. Вот, алкоголизм. Через 3 года язва, больничная палата, утка, некрасивый... Дим, иди уже. Я иду, медсестра. Потом мне в торжественной обстановке присваивают 3-ю группу инвалидности. Лёша, я иду. Я молчал. Ты громко думал. Так, быстро просмотрите все ленты информационных агентств за последние 15 минут. Правильно. Может быть, произошло что-нибудь плохое? Это было бы хорошо. Как бы радио. 109.9 FM. В Японском море потерял управление маленький плавучий цирк, шедший на гастроли в Японию. Сколько народу? 7. И 11 человек животных. Поломка серьезная или нет? На устранение неисправности понадобится 5-6 часов. Нет, не годится, это мелко. Давайте так, еще что-то. Пожарно-спичечной фабрики в Балабаново. Отлично. Жертвы есть? Нет, пока просто горит. Значит, ждем. А вот, пингвины-извращенцы снова терроризируют Палестину. Зачем ты эту дрянь нам читаешь? О, Камиль, это ерунда. Ну зачем это нужно? Если на секундочку вернуться к этому кораблю, да. Сколько, говоришь, там животных? 11. Если предположить, что это не маленький плавучий цирк, а, например, большой, и животных на борту, соответственно, больше. 12. Саш, существенно больше.
Саш, 13. 13. Какой? 100 зверей, например. Да, ну, Миша, ну какие там могут быть животные? Ну, кошки, пудели, там, медведь какой-то левый. Секунду, а если это будет не цирк, а зоопарк? Почему зоопарк? В зоопарке могут водиться не простые животные, а как раз редкие. Уникальные, существующие в единственном экземпляре на Земле, да? Да. И что? Ребята, плывет корабль. На его борту 100 редких, уникальных животных. Ага. Такой, знаешь, ну и в ковчег практически. Да. Их всех везут куда-нибудь там показывать. В Японское море, да? В Японию. Да. Правильно, по да. По дороге случается поломка, корабль медленно начинает тонуть. И все животные могут погибнуть. Угу. Yes. Миш, вот кофе. Ой, просто ты столько раз просил. Добрый вечер, мои любимые как бы радиослушатели, еще раз. В эфире как бы шоу «Чума», в рамках которого состоится супермарафон, посвященный одной очень важной теме. Эту тему я сообщу вам несколько позже. Конечно, все предыдущие темы наших супермарафонов были настолько животрепещущи, что, узнав эту тему, вы будете также животрепетать вместе со мной. Вечернее как бы шоу. Чума. Мир на грани зоокатастрофы. Да. У меня мурашки побежали по спине. Человечеству грозит потеря старичайших пород животных. Ага. Не знаю, как вы, я, например, уже в панике. Мы все паникуем. Быстро пишем, у кого-нибудь есть что-нибудь добавить? Все ясно. Миша, я хочу сказать, я взял олово за свои деньги, да, вот три вот таких куска. Понимаешь, микрофоны паять. По существу добавить нужно. По существу, Леш, пожалуйста, не плюй на микрофоны, потому что замыкают постоянно. Слушайте, что вы цепляетесь все сегодня ко мне? Идиот. Леш, ну, на самом деле, ты аккуратней давай. Слава, ты, Что? Сегодня у нас в студии будет очень много гостей, потому что все хотят побеседовать по поводу этой темы. Также у нас будет подключение к модному ночному московскому клубу «Элизиум», где наш корреспондент уже готов взять у выступающей там группы «Вопли Витоплясова» интервью. Но настало наконец-то время рассказать нашим радиослушателям, о чем же будет тема нашего марафона, который должен был быть абсолютно по поводу другой темы. Но эта тема настолько животрепещуща. Камиль, скажи, что поторопились уже, а? 109,9 FM. Гигантский плавучий лайнер в водах Японского моря. Все есть, записал нормально. Слушай, нужно какое-то название патетическое. Да вообще любое. Да я написал, придумал, все в порядке. Так, держи. Мы ничего не забыли? Да нет, все да ясно. Вроде. Миша. Слав, сейчас можно как-то не корчить рожи, а может быть вслух сказать? Так, да? Можно. Просто ты перед совещанием, Миша, просил меня незаметно напомнить тебе о том, что сегодня у Ани день рождения. И так я напоминаю. Незаметно, а? Сейчас очень незаметно. Я о таких вещах, кстати, не забываю. Никогда. Да. Анечка, с днем рождения. Спасибо. И вот коллеги ко мне присоединяются. Анечка, с днем рождения, счастья, здоровья. А у меня для вас сюрприз. Я вам пирожки испекла. Не надо. Но они очень вкусные, не как в прошлый раз. Все равно. Можно пирожки потом. Вот это неси быстро в эфир. Ну что, как вы думаете, эта пурга про животных прокатит или нет? Не прокатить она у нас просто не может. Потому что выхода у нас с вами нет. Нина! Нина! Открой! Нин, что? Плохо, да? Ну, там медведя покормить надо. Все, я понял, я сам. А ему чего? Потрошков, да? Все, Нина, все. Ты там давай, держись. Я сам. Итак, Аня. Итак, мы проводим наш марафон в помощь огромному плавучему зоопарку, находящемуся на борту океанского лайнера доктор наук профессор Шварценгольд. Аня, это что за... Повторяю, мы проводим наш марафон в помощь огромному плавучему зоопарку, находящемуся на борту океанского лайнера доктор наук профессор Шварценгольд, который сейчас терпит бедствие в водах Японского моря.
Экипаж делает все возможное для поддержания работоспособности всех систем судна, но пока здоровье и жизнь, самое главное, жизнь. Более сотни уникальных животных, многие из которых сохранились на Земле в единственном экземпляре, находятся под угрозой. Далее. Далее ничего не придумали, импровизируй. Ах ты. Как вы понимаете, слово «импровизируй» является ключевым в нашем марафоне, услышав которое во второй раз, вы должны нам дозвониться. И тот, кто дозвонится до нас 38-м, получит 2 билета на поезд Москва-Нижний Тагил, который отходит с Ярославского вокзала через 40 минут. Шутка! Фу, молодец, Дима! А сейчас у нас в студии первый гость нашего марафона, рок-группу «Мумитроль», встречаем. Всем телепрограммам приходит однажды конец. Ведь спутникам и антеннам не все держать связь. Они могли бы тоже хотеть и любить отдохнуть. Такое желание еще не подкралось ко мне. Маша, а нормально сказать нельзя было? И видно еще подождать, скрестить ноги возле йоги на подоконнике. Ань, смотри, значит, раздобудем где-нибудь красную книгу, только побыстрее, это важно, ладно? А англо-русский словарь подойдет? Весь красный? Ну, там только 2 золотые полосочки. Подойдет. Прям срочно его тащи. И фломастер принеси. Мы полоску заштрихуем, ага. Будет полностью красной. Ань, давай быстрее. Давай. Умничка. Золотой работник. Да. Перепонка. Да, перепонка. Что перепонка? Хорошее слово. Перепонка. Перепончатый. Знаешь, какой-нибудь там перепончатокрылый. Мы что, этих животных сами должны придумывать? Слава, где мы их сейчас возьмем? Ну да. Серпень. Что серпень? Ну, перепончатокрылый, серпень. А что такое серпень? Август по-украински. Прекрасно. Значит, водится на Украине. И только в августе. Все. Давай. Какие бермуды, какие треугольники. Какие бермуды, какие треугольники. Привет. Привет. Господи, смотрите, это она. Боже мой, смотрите, взошло. Взошло солнце русского радиоэфира. О, колебательница колебаний и волнительница волн! О, не бросай так! Не дай сгинуть в безвестности! Моя электромагнитная королева! Не дай! Не дай пропасть в мире тишины и глухоты! Знак! Дай хоть знак! Ну, как-то так. Прихвостень какой-нибудь. Ну, какой при... Ну, там... Выползень. Привет. Подкустовный. Подкустовный выползень, все. Всем привет. Ноночка, здравствуй. Чего я хочу? А, я хочу кофе. Слава, скажи Ане, пусть принесет мне кофе. Нона, я работаю. Слав, быстрее, Слав! А у тебя настроение плохое? Извини, я просто не заметил сразу. Нона, какой кофе? У нас эфир, между прочим. Малыш, у меня эфир через 20 минут. А сейчас я хочу кофе. Слава, только без какие молока! Какие 20? Здесь такой аврал, здесь все поменялось. Эфир уже идет. Как идет? Куда идет? Сейчас же только без 28. Как без 28? Без 29. Ха-ха, а почему у меня без 28? Я не знаю. Ой, это же я часы не перевела. Чего? Нон, часы переводили 4 месяца назад. Вот я тогда и не перевела. Ну, можешь уже и не переводить. Чего часы дорогие переводить, почем зря, да? Вот идиотка, я думаю, чего я везде минимум на 1.5 часа опаздываю? Все, не плачьте, сейчас пойду спасать ваш эфир. Ну да. Ноночка, все в порядке, сейчас Аня принесет кофе. Слава, какой кофе? У меня эфир, ты совсем с ума сошел? Ну ты ж кофе просила, я не понимаю. Что с лицом, ну что? Тончик, набросала бы и все, проблемы. Причем здесь Тончик? Высыпаться надо. Вот кто-нибудь мне объяснит, почему у нас вечернее шоу начинается так рано, а? Рано. В 8:30 это рано тебе. А ты знаешь, во сколько я ложусь? Ну, а вон у Славки спроси. Что? Молодец. Ребята, прежде чем продолжить, скажите пару слов по поводу Японского моря
плавучего зоопарка и редких животных. Я, конечно, мало что знаю о редких животных, но вот соседка моя по лестничной клетке, вот она редкая сука. Слушай, прям так складненько получается. Ну да. Но вот ты мне объясни, что с ней происходит. Нормальная же баба всегда была. А тут ее переклинило, да? Ну да. Ну как, месяц назад. Ей дают лучшую ведущую, потом бац, от нее уходит Зубов. Она так расстроилась, что бросила Карена. Зачем? Он ее так любил. Еще хорошо, что ей хватило ума не поссориться из-за этого с мужем. Подожди, а что, Володька, я об этом знал? Володька? Володька все знал. Она каждый день приходила домой и советовалась с собственным мужем. Нормально? Какая-то гадость, не хочу это да. слушать. Стоп, а у Ноны что-то было с Кареном? Было. Там такой роман был. Он из-за нее вены резал. Да ладно. Так, чем занимаетесь? Готов ли список? Саш, готов. А кто вены резал? Карен. Какой Карен? Из первой двойки? Да. Да. Почему? Из-за Ноны. У Ноны был роман с Кареном? У Ноны был роман с Кареном? Я ничего не знал. Как бы радио. Максим, что ты делаешь? А что? Ну не достанется же никому. Ну и что, я всем расскажу, как было вкусно. Максим. Анечка, я даже приукрашу. Ну, я... Да ну вас, дураки. Как бы радио. 109,9. Радио для умных. Ну, мы в первой части даем все это в черно-белой гамме. А, и поем только новые песни. А уже во второй... Сейчас, извините. Молодой человек, это что такое? Данон. Какие бело-черные цвета? У нас цвет логотипа сине-оранжевый. Ну, а мы дадим его сначала в черно-белом, а потом уже... Что? Вы извините, но у нас корпоративные цвета синий и оранжевый. Ну... И вообще, мы вам за это деньги платим. И чё? Извините, я не чокаю. Это я не вам. Что, Нона? Почему-то как раз на меня у тебя никогда нет времени. О, кто пришел, наш прим-балерина? Даже не пытайся мне испортить настроение, оно мне и так с утра плохое. Дай мне шанс, я его не упущу. Нет, ну, просто я по тебе уже соскучилась, а ты по мне? А я по тебе что-то нет. Нет, малыш, а ты покушал? Я тебе там бутербродики на кухне сделала. Как же я покусаю? Ты мне все зубы, ты выбила? Я тебе сейчас все уши оторву. Нет, маленький, это я не тебе. Да тут дебил один, я с ним эфир веду. Тебе привет. Ну и чё? Светка Каренова. Рассказала Зубову, у них там что-то было по пьяному делу, она ему все рассказала. Тоже мне, мужики. Сплетничаете хуже, чем женщины. Я вот Ноне кофе принесла. Подпиши. Аня, а можно как не сейчас, а? Можно. Ну и чё? Зубов такой. Приходит к Ноне, бьет ей морду и бросает ее. Ты помнишь, у нее был фингал под глазом? Она говорила, что на нее там кастрюля упала. Помнишь? Какая кастрюля? У нее дома даже посуды нет. Я как-то утром ей говорю, ты хоть встань с постели, ишь ты. Аня, шуба была отличная. Я просто сначала не рассмотрел. Вообще не я вопрос. Я потом приду. Миш. Смотри, Олег, все очень просто. Вы выходите на сцену. Мы узнали про марафон, ляба-зяба, сочувствуем, переживаем. Понятно. Как раз непонятно. Тебе на сцене не слышно, что идет эфир, а мне в рубке слышно. Я тебя не слышу. Вот, правильно, ты меня не слышишь, а я тебе махну рукой. Да понятно, я тебя не слышу. А ты не должен меня слышать, тебе надо меня просто видеть и все. Ну что мне тебя видеть? Я тебя вижу. Вот это и достаточно. А, ну разберемся, да. Давай, махани. Через 2 минуты эфир! Заплатишь, ладно? Все, мой хороший, не могу больше говорить, я работаю. Да, целую работаю. До вечера. Работаю? Конечно! Все, энерджайзер. Ну так что у нас сегодня? Конго? Конго. Бинго-бонго, мать! Все изменилось. Как изменился? Марафон? Марафон. Марафон остался, тема изменилась. Ну какая тема-то? Боже мой, я только что понял, что ты не знаешь темы. Стоп. Значит, один диджей знает тему, другой не знает. И 5 секунд до эфира, это как? Скажи мне тему, идиот. Ну, конечно, Ноночка, конечно. Я тебе скажу тему, и все будет нормально, но 3 секунды. Быстрее, придурок. Ноночка, я пытался. Ты веришь, веришь. Я пытался тебя спасти, но не получилось. Эфир. Скотина. Неизменно. И, наконец-то, к нам в студию пришла красотка Нона, который рвется сказать вам, радиослушатели, несколько слов по поводу темы, которую все так горячо сегодня обсуждают.
А, спасибо, Димочка, дорогой. Но сначала я бы все-таки хотела поздороваться с нашими радиослушателями. А, добрый вечер, мои дорогие, мои ласковые, любимые, мои злые, угрюмые, расстроенные, мои разные, мои одинаковые. Добрый вечер, Москва. Как бы лучшее радио. Как бы самое лучшее радио. 109.9. Чего там как бы скромничать? Ну что, придумали? Есть, конечно, идея запитаться от генератора, но мне кажется, что это полная ерунда. Может, все-таки попробуйте, а? Ну, это надо с Петровичем договариваться, а мне кажется, что он сейчас очень сильно расстроен. Слышите, что творится? Звери мучаются. Да, звери – это цветы жизни. Или то дети. Я не в курсе. Да. Делайте что-нибудь. Пожалуйста. Да. Поскакали. Раз, два, три. Дамка. Ах, вот ты как. Угу. Так, полная готовность. Как только он выходит на сцену, сразу давай его в эфир. Ну, вы, конечно, и намутили с этими животными. С какими животными? Про которых марафон. Чё, пух? Марафон про Конго. Какое Конго? Они уже полчаса трут про каких-то редких животных в Японском море. Чего они трут? О, зацени. Ну-ка дай. 100, ровно 100 редких животных гибнут сейчас в Японском море. Добрый вечер. А МЧС до сих пор никак не отреагировал. Группа вопли Видоплясова, Олесь Скрипка. Мы сразу откликнулись на этот марафон, потому что мы действительно переживаем за этих туристов Конго. А, еще не началось. Началось. Мы переживаем за этих несчастных, обманутых людей. А, переживаем, но не очень. А, мы вообще не переживаем за этих туристов Конго. А, мы все-таки переживаем. Мы переживаем, но за другое. За что? А, мы переживаем за редких животных. Каких? Где? Море. В Японском море. Мы очень сильно переживаем за редких животных в Японском море, потому что их нещадно истязают японские браконьеры. Короче, вы сами знаете, за что мы сильно переживаем, и по этому поводу звучит наша песня, которая поднимет настроение этим редким животным. Так, сейчас мы тебя полечим. Вот ёлки-моталки. Ну, вроде все нормально, только где мы будем брать специалиста по этим животным? Слушай, может быть, в Академии специалистов по вот этим животным? Ну, очень смешно. Я серьезно спрашиваю. Слав, я не знаю. Нужно искать кого-то, артиста, подставу. Ну, какого артиста? 10 минут до интервью. Слушай, откуда я знаю? Да, я не знаю. А у меня паяльник сломался, понимаешь? Я его тык-мык-тык-мык-мык. Третий паяльник за 2 недели, понимаешь? Вот, Слав, смотри. Ты что, охренел? Объясни мне. Слав, только не говори, что он горячий. Горячий. Починился. А я, главное, думаю, значит, все-таки дело-то в розетке, понимаешь? А я чего в нее не включу, ничего не работает, а? Вот техника. Миша, ничего не говорите. Не надо. Пришел, ошпарил и ушел. Хочешь, я пописаю? Я не хочу, чтобы ты пописал. Я сразу это понял. Стоп, подожди. А может вот его возьмем? Куда мы его Слав, возьмем? Специалиста.
Ты что, бред? Слав, ну... секунду, ты помнишь, как он рассказывает? Помнишь, он рассказывал, что они с мужиками шли куда-то, на Северный полюс? У него выросла сосулька под носом. Он тряхнул головой, сосулька упала и убила собаку. Не-не, это полный бред. Но как рассказывает, я имею в виду... Да нужно быть хотя бы немного в теме, это... А он в теме, он говорил, что ездил куда-то с этим, с Сенкевичем. Ну, это знаменитая экспедиция, он ездил с Сенкевичем покупать ему новую машину. Слава, на рынке. Мы поставим ему бутылку, что угодно расскажет. Под твою ответственность. Все. Решили. Да, я придумал. Молодец. Да. Бред какой-то. Нет, Дим, вот. Надо завязать с этими переездами через всю страну. Не спал ни секундочки. Во, ну что ты гонишь? Ты как над Владивостоком придавил подушку? Ты глаза открыл только над Москвой. Ты 9 часов спал, как в отличие от других. Я тебе объясню. Я когда глаза закрывал, было 7 часов. Открываю глаза, объявляют, в Москве 7 часов вечера. Этих 9 часов просто не было. Они не засчитаны. Ну, конечно, да. Быстро, давай. Да. Возвращаюсь в студию нашего как бы радио. Где нас уже ждет особенный гость. Ведущий специалист по изучению редких животных Российского института зоологии и биомеханики Иван Андреевич Подгузьев. Ну что ж, здравствуйте, Иван Андреевич. Где? Добрый вечер. Сегодня я бы хотел... Наконец-то у нас в руках оказался список животных, находящихся на терпящем бедствии лайнере доктор наук профессор Шварценгольд. И сегодня я бы... И вот лишь некоторые из них. На корабле находится семья жидкохвостных павианов. На корабле находится семья жидкохвостных павианов, две скунсовидные коровы, африканская бородатая выхухоль, бразильский двузубый чернопопик, подкустовный выползень, редкая разновидность хорька, хорек-паникер, больше известный как хорек-вонючка, карликовый бангладешский овцеконь, среднеевропейский древесный хохотун, ластоногая коза, небольшая стая клубневидных обезьян, рыба-маятник, рыба-мяч, североамериканский кролик-зануда, и даже один гигантский соболезубый кузнечик. Сейчас, одну секунду, я вам сейчас все объясню. Махов! Юрий Федорович, это такой маркетинговый ход. Мы сначала анонсируем одну тему для марафона, а потом вдруг резко за 5 минут до начала ее меняем на абсолютно непредсказуемую. Эффект потрясающий. Супер. Ну как за счет чего? Аудитория же не подготовлена. Это для нее сюрприз. Ну, Юрий Федорович, что значит, откуда я это знаю? Это на минуточку моя профессия. Быстро подсказывайте, откуда я это знаю. Быстро. Не знаете, не Нет, Юрий Федорович, почему эта тема хуже? Она лучше. Все люди любят редких животных. А туристов в Конго, я уверен, не все. Потом, эта же история шире. Она значительно масштабнее. Она потенциально имеет международный резонанс. Вот, кстати, мне только что сообщили из службы информации, что уже имеет. Мы пытаемся связаться с видными... защитниками прав животных по всему миру. Одну секунду, я сейчас уточню, с кем конкретно. Быстро дайте мне кто-нибудь, хоть... Я не знаю. Кухлачев. Слава. Подожди, ПП, Бриджит Бардо. Что Бриджит Бардо? Мы связались с Бриджит Бардо. И она уже дала нам интервью. Миша, стоп. Да. Миша, нет. Да, мы... Миша, ну, конечно, Миша. Сейчас в процессе монтажа минут 15-20 на это уйдет. Миша. Это не может быть. Не, ну конечно, мы вашу рекламу можем дать сразу после интервью с Бардо. Это невозможно. Да хорошо, да ну что вы, это вам спасибо, Миша, Юрий Федорович. Да, Миш, ну объясни, ну каким образом? Я выкрутился, теперь ваша очередь. А-а-а. Что? Что? Что-что? Ничего, что? Вот именно. Камиль, работаем. Скажите, пожалуйста, Иван Андреевич, а кто же из вышеперечисленных нами животных представляет для науки наибольшую ценность? Камиль. Раз, раз, раз. Чё? Разумеется, все они представляют. И рогатики, и чернопопики, и мои любимые мыши-медуницы. Про них отдельно. Ты что вообще? Читай по тексту. Я понял. Но самой большой трагедией стала бы потеря подкустовного выползня. Вот. Ведь их в мире насчитывается всего 4 экземпляра. Причем все 4 самцы.
А, так значит, они в любом случае скоро исчезнут. Почему? Ну, так как не смогут размножаться. Кто? Самцы. А, да. А, нет, не в этом дело. Дело в том, что самки подкустовного выползня, они, их в природе вообще не существует. И как же тогда они размножаются? В этом как раз и заключается феномен подкустовного выползня. Они появляются на свет сразу. Ага. Взрослыми. И только мужского пола. Простите, а откуда же они тогда появляются? Ну, как вы понимаете из названия, они выползают из-под куста. А вот откуда они берутся под кустом? А вот это науке еще неизвестно. Как бы радио. 109,9 FM. А как животные переносят морское путешествие? Вы знаете по-разному. Вот, например, бородатая выхухоль. Она прекрасно переносит. Она же спит 9 месяцев в году. Да, если ее не разбудить, так и все 11. Но большинство животных так себе переносит. В каком смысле? Так ведь качка тошнит. Да. Я вот больше всего переживаю за рогатика. А что такое? У него ведь рот, как известно, находится где? Нет, на спине. И когда его тошнит, то он начинает захлёбываться. А, ужасно, да, ужасно, очень да. Очень. Да, мы поняли. Скажите, пожалуйста, Иван Андреевич, ведь у животных нет никакой самостоятельной возможности как-то выбраться оттуда. Да есть. Нет. Теоретическая возможность есть. Никакой. У медведя-летуна. Он ведь на воле преодолевает до 500 метров по воздуху. Но как он это делает? Он забирается на самую высокую сосну и оттуда планирует. Ага, простите, что планирует? Он прыгает и планирует. Ну, летит. А-а-а. Так эти животные могут? Могут. Эти могут. Могут. Ничего они не могут. Им же в зоопарке крылья подрезают. Вот они и маются целыми днями. Тык-мык, тык-мык, тык-мык. Максимум, что они могут, это описывать круги радиусом 7-8 литров. Метров. Метров. Над вольером. Там Аня ищет Мишу с ножом. Чего? Ребят, Миша, где? Аня, успокойся. Душа моя, давай без кровопролития, я понимаю тебя. Так, дай мне нож. Это... А тебе нужно? Там как раз чудо-ножи принесли, а к ним еще 24 предмета. И всего $49. Я взяла 2. Аня, сейчас ножи даже за $49 никому не нужны. А вот ты бы как раз взял. У тебя дома вообще 2 тупых ножа, и ничего нельзя порезать. Ой, ну, не хотите, как хотите. Опять молодец. Вот если ты такой умный, ты мне лучше объясни, где мы будем брать это интервью с Бордо. Слав, я хотел тебя спросить. У тебя с Бордо ничего не было? Лёш, а у тебя с Бельмондо у-у не было, а? Ой, очень смешно. Скажите, пожалуйста, Иван Андреевич, а что это за название такое, североамериканский кролик Зано? Хороший вопрос. Дело в том, что у этих животных очень нудные брачные игры. Самка. Что? Этого животного забирается в гнездо на ветке дерева. А в гнездо на ветке? В гнездо на ветке. Самка. Самка. Кролика. Кролика. Mm-hmm. Молодец. Кролика? А, ну, это ведь североамериканский кролик. Конечно. А он прекрасно лазит по деревьям. Что вы говорите? Да, похож. Самка этого животного забирается в гнездо на ветке дерева, а внизу собирается порядка 3-4 самцов. И сидят. Вот, собственно, и все. Как это все? Я имею в виду, что такие игры могут продолжаться очень долго. Иногда до 2 месяцев. Потом кому-то из самцов это все надоедает. И он выбывает из игры. И вот, когда остается последний самец,
Он лезет на дерево и после долгого обнюхивания, иногда прерывающегося на сон, кролики начинают медленно и очень занудно спариваться. Поэтому они такие редкие. Они же приносят потомство раз в 10 лет. Причем иногда в такие места приносят, что сами уже отыскать не могут. Естественно, гибнут. Сначала потомство гибнет от голода, а потом родители от огорчения. За родителей. Хороший тост. Кто это? Это как бы ради. Прекрасно. Нин, ну чего? Легче? Легче? Ты дыши, дыши. Я дышу, дышу. Медведя покормил? Ага. Только его что-то вырвало. Нин, ты чего? Опять, да? Ну, а что я сделаю, если его и вправду вырвало? Причем так прилично вырвало. У меня к вам чисто мужской вопрос. Я ждал его. Сколько раз за день кролики могут спариваться? За день-то? Бог с вами, раз в полгода. И что самое страшное, что после этого спаривания самец умирает. Как умирает? Ну, как умирает? Он впадает в эйфорию и вываливается из гнезда и либо сразу ломает себе шею, либо его съедает... Чернопопик? Нет. Волк-хлопотун, который видит, что кролик уже окончательно спарился, и его можно есть. Друзья... Не чокаяс. Как бы радио 109.9. Радио для умных. Ребята, я больше не хочу. Можно я больше не буду рок-идолом и кумиром молодежи? Все нормально, Володь. Сейчас приедем, выступим и спатенькать. А на как бы радио как бы капиталистический субботник. Ну, конечно, бесплатно. Это ж Миша. Ёлы-палы, я поменял свой день на ночь по очень херовому курсу. Наши пчелочи, как ты его любила, как цветы от сока оставляла на татами, вместо криков выдыхала мой бомбина, тушью на спине и кузы расцветали. Скромный парень-мальчик в пешах Индиго, он ходил в игарку в Рио в Нагасаки, угощал портовых кошек терпким ромом. Кошки плавились, смотрели и вздыхали. Звезды тают на груди. Ну чего? Да не, ну с этим посольством нереально. А что сказали? Через неделю только дадут ответ. Слушай, может, как-то на Михалкова выйти? Да не, ну через 5 минут эфир. Какой Михалков? Ну что, решили с интервью? А зачем нам голос, Бордо? Как это зачем? Это распоряжение начальства. Не-не, подожди. Мы возьмем любую фонограмму французской речи на женском языке, то есть наоборот. А, я понял, ребят, да, сейчас, секундочку. Нарежем, намонтируем, как будто через переводчика. Ребят, сейчас, подожди, вот секундочку. Же. Подожди. Это же мы работаем. Что у тебя есть? Урок французского языка. Откуда? Я поставил цель за 10, ну хорошо, 12 лет выучить французский язык. Bonjour. Здравствуйте. Bonjour. Здравствуйте. Oui. Да. Я попал в лунбе морей, за тобой.
Диме, напомни, чтобы в эфире не забыл упомянуть Махова. Угу. Махова. Угу. Поняла? А, вот он. Так мне не передавать уже. Дим, значит, я еще раз тебе напоминаю, пожалуйста, не забудь про Махова. Несколько раз во время эфира, только ни в коем случае не как спонсора, а именно как партнера. Четко, внятно и без... По-настоящему все, энергии давай, да? Ты же умеешь, Дим. Дим, что случилось? Че молчишь? Дима, ты че? Все нормально. Че случилось? Я все сделаю. 11 лет на студии. Слава богу! Стоять! Какой Дима, стоять? Ты че? Ты же эфир. Какой эфир? Где Нонна? Нонна! Там? Аня, быстро, пожалуйста, мне Максима сюда, потому что он срочно здесь нужен. Пусть мчится сюда. Стоять здесь! Никуда не двигаться! Никуда. Аня, я в жопу. Ну и шпикачки тоже, да, да. И пиво светлое одно большое. Блин. Два пива закажи, давай. Все, все. Максим! Максим! Срочно в эфир! Там такой ужас! Дима напился! Чего? Да какая разница чего? Водки! Хорошо, что ты не уехал. Максим, давай, поднимайся быстрее! Алло! Да, ну! Что? Ага, слушай, а чего ты мучаешься? Давай я встану, пуговицы расстегну, под рубашку засунем. Ну я ремень расстегнулся. Нет? Что? Это ничего не значит. Это мне микрофончик надевают. Вань, время заканчивается. Нон, что ты хочешь, а? Что я хочу? Да нет, ничего. Просто мне интересно, где ты? Почему ты не звонишь? Не пишешь? Ну, мы же полчаса назад разговаривали, Нон. И потом у тебя эфир. Ну и правильно. Конечно. Тебе же не интересно, что у нас тут творится. Нона, ты мне можешь наконец объяснить, Алексей, что случилось? Алексей, пожалуйста, у нас минута до эфира. Да-да. Да ну, дебил этот, нажрался в прямом эфире. Кто-кто? Дима? Мне же. Ну, я не могу и уже разговаривать, все, у меня все, прямой эфир. Все, я перезвоню. Невозможный человек. Истерик. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Ну, и что у вас тут происходит? Ничего! Будешь? Давай. Давай, пей. За 11 лет ни одного срыва. Слава богу! Ну, это да. Чё ты? Чай? Давай водки выпьем. Вот, Дима, да? А я ведь пить не хотел, понимаешь? А теперь придется. Вот, потому что я ж тебя не брошу. А потом обстоятельства сильнее нас. Давай. За обстоятельства. Тема марафона настолько затронула всех сотрудников нашей радиостанции, что многие захотели принять участие в эфире. Поэтому вот сейчас со мной рядом диджей Макс. Пожалуйста, Максим. Да, действительно, еще раз добрый вечер. Не смог пройти мимо нашего сегодняшнего марафона, не смог покинуть своего рабочего места, решил вернуться к вам, тем более, что сейчас у нас сюрприз. Сейчас у нас в эфире будет эксклюзивное интервью, которое нам дала по телефону знаменитая французская актриса, известный защитник прав животных Бриджит Бардо. Суперзвездой экрана беседует Алексей. Как бы ради. Здравствуйте, мадам Бардо. Bonjour. С вами беседует корреспондент российской радиостанции «Как бы радио» Алексей. Здравствуйте. Bonjour. Сейчас вас слушают миллионы российских радиослушателей. Вы можете их поприветствовать в эфире. Bonjour. Мадам Бардо, мы знаем, что вы являетесь защитницей прав животных во всем мире. Так ли это? Oui. Скажите, пожалуйста, мадам Бардо, а слышали вы о той страшной ситуации, которая сейчас разворачивается в водах Японского моря? Слышали? Угу. Прекрасно. Скажите, пожалуйста, мадам Бардо, а будете ли вы участвовать в судьбе этих несчастных животных? Да или нет? Oui. Будете. Спасибо большое за интервью. А сейчас давайте по русскому обычаю попрощаемся с вами трижды.
До свидания, мадам Бардо. Au revoir. Всего вам доброго, мадам Бардо. Au revoir. И до новых встреч, мадам Бардо. Au revoir. Последним с нами попрощался муж мадам Бардо, ее бывший садовник Жюль Йен. Большое спасибо, мадам Йен. Мадам Бардо, а сейчас рекламно, как бы радио. Мы вернемся к вам буквально через минуту. А теперь запоминайте. Юрий Махов. Тертый хрен в бутылочках. А все равно же не успеваем. Может, ну его нафиг это радио? Дим! А? Не-не, ну что-то нельзя. Я Мише обещал, он очень просил. Тогда, может, на метро поедем? Дим! А? На метро, да. Можно на метро. Только до него доехать еще надо. Мама, я поел. Тогда послушай, с твоим желудком ты обязательно должен с утра выпивать как минимум полстакана сока цветной капусты. Какого сока? Сейчас расскажу. Берешь вилок цветной капусты, режешь на масюсенькие кусочки, кладешь соковыжималку. После этого 3 часа ничего нельзя есть. Ты понял? Да понял я, понял, мам. Ой, ну ты же ничего этого не будешь делать. Аня! Слушай, Михаил Натанович. Ань, скажи, пожалуйста, с группой Чайф уже связались или нет? Да, час назад они прилетели, сейчас едут к нам, но пока стоят в пробке. Значит, как только доберутся, пусть немедленно их выводят в эфир. Они очень торопятся, им нужно на какую-то халтуру срочно. Хорошо. Так, ну, что у нас? Все в порядке. Максим в студии работает. Звонили от Махова. Очень довольны. А на наш марафон уже есть реакция. Отлично. На 3 радиостанциях прошло в новостях про бедствие в Японском море. Звонили из газеты «Происшествия и катастрофы», интересовались подробностями. Ты пока ничего не говори, надо еще самим подумать. Понял. Прошла информация на сайтах «Бедствие.ру», «Катастрофа.ру» и «Полный пип.ру». И самое главное, из находки скоро выйдет катер и отбуксирует их в порт. А мы сможем записать это на свой счет. Отлично, Саш, очень хорошо. Стоп. Вообще-то это не очень хорошо. Вообще ничего хорошего. Сегодня ночью женщина в годах запуталась ногами в проводах и стало словно в космосе темно. Весь мир похож на черное пятно. В темноте. Да тут наискосок 3 минуты. Так, понятно. Искосок. Ну и куда сейчас? Так, все, не волнуемся. Сейчас я звоню водителю. Он нас забирает и везет. Да. Просто странно, я тут был недавно. 2 года назад. Понимаешь, почему? Понимаю. Почему? Пока не понимаю. Аня! 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 Сюрприз! Я хочу всем забывчивым напомнить, что сегодня у одной девушки день рождения. А эта девушка не может на пару часов забыть про свой чертов день рождения! Так, вы вдвоем быстро ко мне! Хорошо. Ну, короче, что оказалось? Кто-то у нас соляру слил. И главное, тварь, не полбака, а целый бак слил. И чё? Чё? Давай, высылай за мной кого-то. А то мне медведь тут всю палубу уже заблевал. Их плывут спасать. Кого? Кого-кого? Наших животных. И что? Ты что, не понимаешь, что ли, что сейчас приплывают туда, и там вместо гигантского корабля находят какой-то утлый катер? А мы тут раздули трагедию. Нам сейчас срочно нужен кто-то свой в находке. Угу. У нас там есть кто-нибудь свой? Конечно, Миш, у меня там полгорода знакомых. А что, этот лайнер действительно называется «Доктор наук профессор Шварценгольд»? Он называется «Судно однопалубное КЦР-12». Тогда откуда взялся Шварценгольд, я не пойму? Вот туда вопросы, там ответы. Миш, ну должен был лайнер как-то красиво называться. Вот а? Шварценгольд — это красиво, вообще красиво, не думаешь. КЦР. Кто это такой Шварценгольд? Ефим Львович Шварценгольд — это выдающийся ученый, ведущий специалист в мире в области охлаждения металла, на секундочку. Ты откуда это знаешь? Миша, мы уже все это знаем. Так, Леш, это... хватит, ну, хорош. Что хорош? Это общеизвестный факт, это ученый с мировым именем. Утверждаю, да. Ну хорошо, это мой дедушка.
А вот никому здесь не могло прийти в голову, что лайнер, который героически терпит бедствие где-то в неравной схватке с бушующим японским морем, как-то не может это делать под такой фамилией, а? Я реально больше не могу. Ниночка, потерпи немножко. Вы же обещали. Спокойно. По моим расчетам, они должны быть где-то милях 20 отсюда. Нас же сносят. Значит, они ищут нас там, а мы здесь. Ой, а нельзя им сказать, что мы уже здесь? А толку? Мы ж не знаем, где это здесь. Приборы-то накрылись. А как же они нас найдут? А на этот счет у нас есть ракетница. Еще багор и ведро с песком. Это если надо что-то тушить. А что тушить? Да вы не волнуйтесь. Все само собой образуется. Это же флот. А помните, у нас в фанатике пару лет назад такой парень работал, невысокий, светленький, крепенький такой? Володя. Володя. Нет, Виталик. Я не помню, как его зовут, но помните, он пару лет назад уволился и уехал в какой-то город Нэн. Собственно, в находку он и Нет, в Норильск уехал. Или в Новокузнецк. Так, или вообще в Иркутск. У Ани это должно быть записано, Миш. Аня! И очень хорошо перед сном попарить ноги, лучше с горчицей. Да, мам, обязательно. Аня! Ань, послушай, ты тут ни при чем. У меня просто нервы ни к черту уже сдают. Ну, извини меня, пожалуйста, Ань. Вот я сейчас даже пирожки твои ем. Они сегодня очень вкусные получились, честно. Послушай, пожалуйста. У нас в фанатике работал парень, Володя или Виталик? Григорьев. Да, Григорьев. Фамилия Григорьев. Срочно узнай, куда он уехал. Это срочно. Хорошо. Кстати, отличные пирожки, между прочим. Mm-hmm. Да, Миша. Я был в полной уверенности, что она вообще готовить не умеет. Когда утром я говорю, ну ты хоть встань с постели и яичницу по-человечески приготовь. Ребята, а вы здесь все? Молодцы. Главное, я ждала до самого вечера, а он так и не вспомнил. Ой, Анечка, не переживай, ты же знаешь, для него работа на первом месте. Он даже про мой день рождения не вспомнил. Почему даже? Даже? Кто сказал даже? Настенька. Ну, чё ты к словам цепляешься? А ну, постой, Настя! Он Володя или Виталик, а? Виталик. Володя. Чё Виталик? Ну, я ему говорю Володя, он говорит Виталик, Виталик. Все, выпадение памяти на станции, тихо, нафиг. Алло. Алло. Алло, простите, это Находка? Находка. Извините, а можно Григорьева? Григорьева. Сейчас. Странный это его голос. Это я. Привет, это тебя из Москвы беспокоит, как бы радио, это Слава. Славик, ты что ли? Я. Здорово, привет. Привет. А который час? Сейчас, ну, где-то... 10, да? 10 вечера, ну, может, чуть меньше. Значит, у нас 5 утра. Ой, слушай, ну... Прости, ради бога, я тебя разбудил, извини, пожалуйста, я не подумал. Нет, что ты, я очень-очень рад. Что-то случилось? Значит, смотри... У нас возникла одна непредвиденная ситуация, и нужен свой надежный человек в Находке. Это если коротко. Алло. Ты слышишь? Алло! А? Кто это? Это Слава из Москвы, с как бы радио. Ты что ли? Привет! Привет! А который час? Значит, 5 утра. Да. Значит, у нас 2 часа дня. А чё ж так темно-то, господи? Так, ребят, все, я вам переявлю на этой свадьбе, да? А здесь пару песен, и все, туда, там ждут. Димка, уже. Давай так, в следующий раз бесплатное выступление за очень большие деньги. Ну все работает идеально. Техника, мастерство не пропьешь. Фиг тебе, чайник не работает. Нет. Розетка не работает, а чайник работает как часы. Время показывает. Вообще-то, розетка не в моей компетенции, но... Как ответственный сотрудник, ты же профи. Но это да. Сейчас мы ее быстро. Давай, Кама, я контролирую лампочку. Поэтому...
Что происходит? Что со светом? Аня! Ань, да. Что случилось? Свет вырубила. Спасибо большое. Так, у нас свечи есть? Есть, но это же для моего торта. Я сказал, тащи сюда свечи. Лёш, значит, быстро найди Камиля, выясни, что случилось с сетью. Саш, я здесь. Значит, быстро выясни, идет ли эфир. Как я выясню? Напряжения нет, музыкальный центр не работает. Саш, у тебя на стоянке автомобиль стоит, открыл дверцу, нажал на кнопку и выяснил, идет ли эфир. У меня машина в ремонте. Да любую открой! Слава, останься, пожалуйста, со мной. В смысле? Я очень боюсь темноты. Ага, да-да. Миш, смотри, на батареях же приемник. Итак, это я диджей Макс. Я... Так, все. Эфир идет. Да. Нужно быстро перезагрузить компьютер, позвонить всем рекламодателям. Хорошо, и сказать, я понял. Что у нас рухнула система. Значит, ребята, свет вырубило во всем здании, Камили нигде нет. Сережа говорит, что работают только микрофоны в диджейской и в концертной студии. Подожди, все. Аппарат концертный нет, работает? Нет, не работает, накрылся. Сейчас. Так, но микрофоны работают, точно. Да. Ань, быстро вызвони чайфов, скажи, у нас вырубилось электричество. Пусть готовятся играть акустику. По времени чайфы уже точно должны быть здесь. Михаил, не волнуйтесь, чайфы здесь. Но они застряли в лифте, когда вырубилось напряжение. Кама. Кто? Кама. Ты живой? Ничего себе, чайку попили. Давай водки выпьем. Наливай. Я все придумал. Мы спустим им микрофоны в шахту. И они споют нам прямо из лифта. Как мы их туда спустим? Как? На веревочках. У каждого микрофона есть такая длинная черная веревочка. На веревочках? Ну да. Стоп, шахрену. На мобильный звони. А, правильно, да? Миш. Да? Точно, а скажем, точно, что он дозвонился до нас сам с гастролей, понимаешь? Правильно, поэтому плохой звук. Все ясно, все ясно. О, может, они прямо оттуда тихо сыграют? Да, теперь просто... Правильно. Дай бог, чтобы телефон сотовый принимал в лифте. Тихо. Алло. Алло, Владимир, здравствуйте, это Михаил с Как бы радио. Миша, там у вас на Как бы радио вы вообще, что ли, как бы охренели? Что там творится-то у вас вообще? Сейчас главное не нервничать. Все под контролем, помощь уже в пути. Давайте сразу выведем вас по телефону в эфир. Вы скажете несколько слов в поддержку животных. И сыграете. И, может, даже сыграете пару песен прямо из лифта. Слушай, ну вы точно не как бы охренели. Вы на самом деле там охренели. Миша, ты понимаешь, что у нас концерт через полчаса? Володь, это супермарафон. Ничего нельзя менять. Какой в жопу супермарафон? Делай, что хочешь, но чтобы нас через 10 минут в этом ящике не было. Хорошо, Володь, но... Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. По-моему, они не будут петь по телефону. Михаил, а может... Аня, а кто у нас следующий? Фоменко и Бобры, но они будут позже. Как бы радио. Так, что мы знаем наверняка? Не знаю. Что безвыходных положений не бывает. Ну? Значит, из нашего положения тоже есть выход. Но выхода из него нет. Парадокс. Ребята, вы, пожалуйста, не ругайте меня, а? Там Бабкин приехал, по лестнице поднимается. Он что-то перепутал. Ну, в смысле, я перепутала. И, короче, он приехал на час раньше, а до 10 ждать не может. Сказать, чтобы... Аня, я тебя люблю. Правда? Я тебе перезвоню. Что? Быстро веди их в студию, всё. Бегом. Забери меня к себе. Я так устал бежать за тобою вслед. Открой глаза, закрой лицо руками. Удивительная атмосфера у нас сейчас в студии. Да, Максим? Атмосфера какого-то необыкновенного единения. Угу. И за эту атмосферу соединения мы должны благодарить нашего дежурного техника Камиля. Смотри, что происходит, а? Помоги тонущим животным. Пошли смс на короткий номер 0806. Твои $2 без НДС спасут бородатую выхухоль. Прелесть. Нормальная фигня. Мы альтруисты.
Мы бесплатно спасаем кучу уникальных, несуществующих животных. А они на этом деньги зарабатывают. Давай их утопим. В смысле? Скажем, что корабль пошел ко дну. Чтобы они не зарабатывали на нашем горе. Успокойся, они тогда начнут собирать на памятник. Какой цинизм. Ужас. Я боюсь так дальше жить. В ультралюстрах. Собаку заведу. Большого такого пса. Здоровенного. Слюнявого. Домой приходишь, он тебе передние лапы на плечи ставит. Морду вылизывает. А если он тебе всю квартиру изгадит? Да еще черепашку твою съест. Убью к черту. Чернопопики, выползни. Мне 40 лет, чем я занимаюсь? Запусти себя в кратеры моей души. Дыши, 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 я сам нажму все клапаны. Маккартни в моем возрасте уже Yesterday написал. Гагарин в космос полетел. Пушкин в моем возрасте уже умер. Ребята, ребят, там из Находки звонят. Алло. Слава. Слав. Да, да, это я тебя слушаю. Славка, я все решил. Так. Значит, за ними хотели отправить баркас? Экипаж из трех человек. Капитан, матрос, моторист и проститутка. Так. Ну, это не важно. В общем, они согласились никуда не выходить, но за это пришлось выставить им ящик водки. А потом, учитывая моториста, выставить еще один. На всякий случай. Ничего? Нет проблем, покупай. Деньги за водку мы обязательно вышлем, но и за работу обязательно тоже. Да ладно, ребят, какая работа? Только у меня это, к вам такое дело. Я одну бутылку себе взял. А то тут так скучно. Ничего? Нет проблем. И знаешь, вообще огромное тебе спасибо за то, что выручил. Да нет, что вы, это вам спасибо. Я уж, честно говоря, думал, что вы про меня забыли. Володя, огромное спасибо тебе. Спасибо. Только я не Володя. Виталик, послушай, у нас тут действительно сумасшедший дом, я сам не помню, как меня зовут. Прости. Да я не Виталик. Я Коля. Звоните почаще. Ну, конечно, Коля. Коля, ну, Коля, точно. Вот. И, как сообщает агентство Интерфакс, буксир, который должен был отправиться на помощь терпящему бедствие лайнеру доктор наук профессор Шварценгольд, из-за внезапно налетевшего шторма, так и не смог выйти из порта. Таким образом, судьба животных и всего экипажа по-прежнему под угрозой. А что это я все время говорю, а ты... А, ты ешь, Максим. А что же ты такое ешь, Максимушка, пока я работаю? Откуда у тебя еда? Видишь ли, Ноночка, у нас на радиостанции сегодня радостное событие. И у Анечки, секретарши нашего программы директора Мишеньки, сегодня день рожденницы. О котором ты, вероятно, забыла, и, придя на работу, так гаркнула на нее с порога. А Аня, между тем, принесла нам очень вкусные пирожки. Я съел штук 8 или 11, точно не помню. А ты не пробовала? Нет. Попробуй, у меня остался еще один последний на станции пирожок. Да? Серьезно? Ну вот, а пока Нонна ест, я подведу итоги нашего интерактивного конкурса. Вечернее как бы шоу. Чума. Миша, не перебивай меня. Я хочу сказать, насчет Димы ты не прав. Миша? Где Миша? Миша, Миша, Миша. Чё ты? Ой, как ты, Миша? Ой.
Кисломолочное вообще очень полезно. Обязательно выпивай в день минимум стакан ряженки или простокваши. А кефир? Кефир очень хорошо. Он замечательно выводит шлаки. А кто это? Это я. А что с твоим голосом? Ну, выпил. А что, нельзя? Ты же не пьешь. Кто? Я не пью? А кто это? Это мама. Мама? Анием, жанем миликисе, мидя все бигякше. Так, это, давайте, отойдите подальше. Уши закрыли, постараемся не бздеть. А ты, Петрович, осторожней. Не как в прошлый раз. Да ладно. Делов-то. Как говорится, вот тебе бабушка и Рабиндранат Тагор. А ты говоришь, Багор зачем? Беген Беркат током ударила, а так все мне хорошо, а ты имя хат я сдем. Катема один говорю, что нужно... Мама, хазиря термин. Камиль, что ты делаешь в кабинете Михаила Натановича? Где ты был? Где? Был. Мама, сау был. Какой сау был? Мансур, то есть, Миша, тут это, у меня розетки, между прочим. А Дима, он, ох, какой. Хурла мамине, она кая. Я здесь. Вообще, мама. Мам, я здесь. Ну, а пока звуки музыки. Нон, ну как пирожки? Не хочу тебя расстраивать, но, по-моему, они испорчены. Да ладно. Понюхай. Ой. Пахнут одинаково. А я сколько сказал, я съел? О, всего доброго, Максим. Да не, ну я бы сразу почувствовал. Чего я сразу-то не почувствовал? Признайся, мама, ради мне, бога, только... Миша, ты алкоголик. Мама, да как алкоголик? Скажи мне всю правду. Да, я выдержу. Мама, я тебя умоляю, пожалуйста, не надо всего. У меня есть хороший врач. Какой врач? Он выводит из забоя. Я прошу, не надо сегодня хотя бы вот этого, ради бога. Он тебя зашил. Вам звонят от Эммануила Гедеоновича на пятой линии. Тихо. Миша, это врач. Слав, что, совсем дурак уже? Алло? Миша? Здравствуйте. Здравствуйте, Наталья Константиновна. Очень рад вас слышать. Вы сегодня, как обычно, замечательно выглядите. Спасибо, Миша. Очень хорошо сегодня звучите. В общем, Эммануил Гедеонович в целом доволен тем, как идет марафон, но просил смягчить критику в адрес МЧС. Леш, они, кстати, записи. Признали, что недостаточно оперативно отреагировали на катастрофу в Японском море. Я запишу. Зато они уже связались с Министерством обороны, и те высылают в район бедствия эсминец. Ну, это такой корабль, да? Так что наших зверушек скоро спасут. Эммануил Гедеонович об этом доложит. И вы, мальчики, можете первыми сообщить об этом в новостях. О, Ноночка, здесь Коля Фоменко, но он очень спешит. Макс! Ребята, пойдемте сюда. Наталья Константиновна, еще полгода назад это была огненная Лола из стрип-шоу «Дикие лошади». Миш, послушай, значит, насчет... А, кстати, пуговицу мою никто не видел? В смысле? Какую пуговицу? Такая, Миш, обычная маленькая пуговица, 4 дырочки и насечки. Пропала с утра просто от пиджака. Пиджак очень дорогой. Как-то нелепо будет из одной пуговицы весь пиджак выкидывать. Миш, послушай меня. А да? Дома я искал. Там нет. Дома он искал. Можно явно не волноваться. Здесь куда-нибудь закатилась и прячется от меня. Миша. Я поищу. Миш, ты понимаешь, сейчас пришлю туда и сменит, все рухнет. Миша. Ты что, обалдел совсем, Миша? Приди в себя давай. Миш. Ребята, все же ясно. У нас две проблемы. Минобороны и пуговицы. Послушай меня. Мы пуговицу найти можем? Миш, ты успокойся. Чисто теоретически. Можем. А с Минобороны мы ничего сделать не можем. Мишенька. Вывод. Надо искать пуговицу. Миш, послушай, ты сам говорил, что безвыходных ситуаций не бывает. Точно. Слушай, может, у кого-то кто-то есть Минобороны. Леша, мы сейчас без труда это выясним. Давай, у тебя часом никого нет? Не-не-не, у меня как раз нету. И у меня как-то тоже не сложилось. Серьезно. Слава, может, у тебя... Ну, откуда у меня кто-то в Минобороны? Саша? Не поворачивайся, у меня никого нет.
пуговица. Вот почему у меня дядя замначальника генштаба, а в Минобороны никого. О, не спугни. Саша, а у тебя есть телефон дяди? Миша, Миш, ты только не волнуйся, у нас ЧП. Максим с Нонной исчезли из студии, их нигде нет. Миш, ты понимаешь, это мой шанс. Можно я поведу эфир, а? Тихо! Вы вдвоем быстро в эфирную студию. Хорошо, быстро! Хорошо. Все, господи. Саша, время говорить с дядей. Пока за борт падал, вся жизнь перед глазами пролетела. Да. Хотя чему там лететь? 8 классов, мореходка. Армия, 21 год здесь. Все. Хотя нет. Неделю в больнице лежал с аппендицитом. Лафа. Что, попробуем? Знаете, если у вас все получится, вам просто Нобелевскую премию надо будет вручить. Ну вот назад вернемся, в ларьке мне ее купишь и торжественно вручишь. Ага. Сейчас, давай. Отходи. Подальше отходи. Дядь Лёш, а не может так получиться, что этот эсминец, ну скажем, задержится? Я же тебе сказал, что это боевой корабль. Композитор Юрий Шестакович. А почему Юрий? А почему Юрий? А как? Дмитрий. Дмитрий. Стоп. Не, конечно, Юрий. Я его сам на воду спускал. А-а-а. Просто композитор Шестакович был Дмитрий. Да. Вот ёшкин кот. Я же говорил, что нужно было называть или быстрый, или решительный. Нет, так им нужно было обязательно выдрючиваться. Уже иду. Слухай меня внимательно. Значит так, завтра будет вовремя, где надо. Понял? Да, и в срок. Понимаешь, дядь Лёш, когда туда придет эсминец, ну, в общем, там не будет большого лайнера с зоопарком. Стоп, как не будет? Не понял юмора. Ну, мы немножко преувеличили. Там не такой уж большой корабль, и поломка не такая уж серьезная. А нафига вы все это затеяли? Ну, мы хотели разбудить в людях человеческие чувства, гуманизм. Гуманизм. Гуманизмом в детстве мальчики занимаются. Спасибо. Вы не поняли. Я имел в виду доброту. Да не-не, понял. У самого сын растет. Слушай, тогда откровенность за откровенность. По правде говоря, у нас там тоже никакого эсминца нет. А где он? Ну, понимаешь, на нем командующий округом ушел в нейтральные воды осьминоголовить. Не успеет по-любому. А давай так. Я доложу, что мы их спасли, а ты по радио объявишь, что это сделал эсминец, композитор Юрий Шестакович. А? Может, все-таки Дмитрий? Дмитрий. Не, Юрий. У нас его все знают как Юрий. Да. Слушай. И у меня к тебе будет просьба. Поставь вот эту песню «Подари мне, мама, вязаный жилет». Не, жакет. Ее поет Эдик Жданов. Я понял. А мы такие песни в эфир не даем. А ты дай. Дай. Хорошая песня. А мы с твоей теткой под эту песню водки выпьем. А? Ну что, Санек? Ладно, бывай. Песню жду. Саш, ты же с ума сошел? Ты понимаешь, что это блатняк? Понимаю. Ты понимаешь, что мы это не можем дать в эфир? Конечно. Где мы сейчас найдем этого Эдика? А кто у нас следующий? Николай Фоменко и группа «Бобры». Да нет, все, это конец. Так, Макс, где ты был? Ты вообще обалдел, Максим? Максим, что происходит? Мы же работаем здесь за почему тебя, мы нормально? Должны вдвоем сидеть. Смотри, в эфире, когда... стоит. Уже ты молчишь, объясни. Пирожки. Ребят, ну что, вам понравились пирожки? А я вам еще принесла. Аня, а с чем пирожки? С начинкой, да? Да. А кто их пек? Я. Анечка, судя по Максиму, у нас совсем мало времени. Скажи, кто их пек, и мы пойдем. Ну, хорошо. Моя тетя Зоя из Одессы. Она мне их прислала поездом. А что, они все-таки испортились? Я их в холодильнике держала. В холодильнике. То-то, я смотрю, меня знобит еще немного. Испортились.
и нас немного подпортили. Слав, ты останься, эфир неловко. Да не, ну как я? Не, как? Я не могу. Не, ну... Мне же нужно, она как? Как-то обычно хорошая. Ой. Да нет, вроде бы... С днем рождения. Спасибо. Исключено, я не буду это пить. Я понимаю, что это бред, но пожалуйста. Да ради... ты понимаешь, что ты говоришь, а? Я... Ты за кого меня принимаешь? У меня есть свои принципы. Ты сам поет лабуду. Да, я... Проси, что хочешь. Я... Ты хочешь группу «Месяц»? Ты что, меня покупаешь, Миш? Нет, ну, пойми меня правильно. Ну, давай твоя песня на первое место хит-парада. Я гарантирую. Да прекрати. 2 недели. Месяц. Ты смеешься? 2 месяца. На первом месте хит-парад. Я тебя очень прошу. Это серьезное предложение. В день, когда исполнилось мне 16 лет, подарила мама мне вязаный жакет. И куда-то в сторону отвела глаза. Слав, принесли а что происходит у нас в эфире? Они что, с ума сошли? Это коллективная галлюцинация, так называемый пирожковый эффект. Нет, на нас напало и захватило нас радио «Шансон». Фу, не дай бог. Фу. Пацаны, по-моему, мы просрали нашу радиостанцию. Опа, не до конца еще. Главное, чтобы это Гедеоныч не услышал, потому я что... Я Максиму схожу на секунду. Давай быстрее. Все с годами. Твой отец тебя любит и помнит. Давно не живет уже с нами. Салют. Здравствуйте. Привет, здрасте. Алло, привет, девчонки. Алексей. Куда нам? Да, Анон. Что добрый значит, вечер. Где я? Я иду к одной знакомой девушке. Немедленно прекрати надо мной издеваться. Мне и так плохо. Где ты? Я иду по коридору. По какому коридору? Да по вашему коридору, но... По какому? По нашему. Да что ж ты за человек-то такой? Что ж ты мне врешь-то все время, господи? А ты обернись аккуратненько, только не пугайся. Я же говорил, не пугайся. Ты покушал? Покушал. Ты помнишь? Миш, Миша, ты только не волнуйся, там Эммануил Гедеонович звонит. И что? Ну, возьми трубку. А могу я поступить как-нибудь иначе? Миш, не валяй дурака, а? Миша. Я вас слушаю, Эммануил Гедеонович. Михаил, извините, забыл ваше отчество. Это не важно, Эммануил Гедеонович. Нет, скажите отчество. Какое это имеет значение? И тем не менее. Натанович. Так вот, Миша, надеюсь, вы мне уделите несколько минут. Я сейчас все объясню, у нас был форс-мажор. Простите, Миша, я закончу. То, что сейчас звучит в эфире, мне это очень, я бы даже сказал, чрезвычайно. Вы знаете, я крайне редко произношу эти слова. Так вот, мне это чрезвычайно нравится. Вот теперь я понимаю, что вы имели в виду под словами «качественная отечественная музыка». Думаю, что мы с вами на правильном пути. Мне тоже так кажется, Эммануил Гедеонович. Ну вот и отлично. Мне звонили из Министерства обороны. Сказали, что животные
которых мы с вами спасали, благополучно доставлены в порт. Так что и этот марафон нам, кажется, удался. Не правда ли? Неправда! В смысле, вам спасибо, Эммануил Гедеонович! Творческих удач вам, Михаил. Низкий поклон вашей супруге. Миш, ты чего, Миша? Вот, смотри, пуговицу нашел. Ой, знаешь, Мишенька, как я за тебя переживаю. Ты же у меня такой несамостоятельный. Ты даже яичницу себе приготовить не можешь. Как ты там один? Что это у нас там? Это в лифте. Чайфы поют. Их до сих пор не вытащили. Ой-ё, ой-ё, ой-ё. Хороший сегодня день, насыщен. О, как. Дачка. С чаем беда, осталась одна пачка. Ну что ж, мои дорогие, вот и подошел к концу еще один вечер на как бы радио. И наши животные спасены. А я, красотка Нонна, прощаюсь с вами и желаю вам счастья. А вместе со мной счастья вам желает группа «Несчастный случай» и ее лидер Алексей Кортнев. Сука такая. Даже не сказал, что придет. Боги-боги мои, козероги мои, вы сидите, как звездочки на проводах, в километре от бедной земли. О, девы-девы мои. Ну вот, видите? А вы говорили. А что ты с ним сделал-то? А черт его знает. Ну, когда все это между собой, за это самое, оно и заработало. Ну, я и решил не трогать его больше. А чего его трогать, раз работает? А? Потому что это жизнь. А ее хрен поймешь. Особенно в море. Вот. Могу слушать радио, 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 радио. Мой знакомый маньяк принимает маяк и мешает принять мне мышьяк. А я болею от радио, 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 радио. Всем телепрограммам приходит однажды конец. Ведь спутникам и антеннам не все держать связь. Они могли бы тоже хотеть и любить отдохнуть. Такое желание еще не подкралось. Спокойно. Дышать. Ходить.
Пойду я. Давай. Давай. Подгузил! Давай. Давно прозвенел последний трамвай, но все не летит первый звездолет. Осталось мне что, посидеть у окна. И видно еще подождать, скрестить ноги возле ягни на подоконнике. Эки бермуды, эки треугольники. Эки бермуды, эки треугольники. Эки бермуды. Свою предпоследнюю, последнюю.